Суровая и снежная зима в этом году выдалась для жителей Тверской области. Однако сезонные осадки приносят не только радость людям. Тверичан одолели нечищенные дороги и тротуары. Проблемы есть как в центре города, так и в отдаленных районах. Подробнее в нашем сюжете. Снегопады этой зимой для тверичан уже стали нормой. Вот только для коммунальных служб это, как всегда, проблема. Создается впечатление, что порой снег не убирается неделями, даже на важных участках дорог. Восточный мост Твери соединяет заволжскую часть города с центральной. Здесь достаточно сильное движение в течение всего дня. Ну, конечно, особенно утром и вечером. Но в этом году автомобилистам приходится изрядно потолкаться в пробках, особенно в часы пик, поскольку вместо 6 полос для движения осталось только 4. И это несмотря на то, что при уборке дорог упор делается в том числе на расчистку и обработку мостов. Об этом не раз говорили сами чиновники. В зависимости от интенсивности осадков увеличивается численность дежурной смены работников ЖЭК. Во время снегопада производится патрульная снегоочистка магистральных улиц города и дорог, по которым движется общественный транспорт. Дворники нацелены на расчистку остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. Также проводится очистка тротуарных частей, мостов и путепроводов. Но, увы, от былой шестиполосной роскоши на Восточном мосту осталась лишь часть. А вот проезжая часть Южного моста не сузилась из-за выпавших осадков. Но вопросы качества его уборки все же есть. На обочинах достаточно высокие сугробы, которые увеличивают нагрузку на сооружение. Ситуация на магистральных и второстепенных дорогах вызывает обеспокоенность у жителей. В конце декабря 2023 года под Тверью открыли первую очередь северного обхода. Этот проект имеет огромное экономическое значение для развития северо-востока Верхневолжья. Он даст возможность развиваться и промышленности, и туризму, и жилищному строительству. Но вот только чтобы выехать на новый участок, надо постараться и в час пик постоять в пробках. Из-за неубранного снега на проезжей части двухполосная дорога на выезд из города превратилась в однополосную. И так на протяжении нескольких улиц. Новая Заря, Затверецкий бульвар и Шишкова. Такая же ситуация и в обратном направлении. При въезде в Тверь по всей Шишкова одна полоса вместо двух. А вот улица Вакжанова. Ее, по всей видимости, тоже давно не чистили. Машины снег раскатали. Уже, как говорится, хорошо. В большей степени город находится под плотным снежным одеялом, как и барельеф на пересечении Трехсвятской и бульвара Радищева Лучи Твери. Он сегодня ярко олицетворяет состояние улицы дорог областного центра. Его также никто не чистит, и на нем уже мало что можно понять и разглядеть. Хотя изначально было озвучено, что он тактильный. Кроме того, 18 января в Тверской области ожидается ухудшение погодных условий. В МЧС рассказали, что в четверг в южных районах Верхневолжья пойдет сильный снег. По всей видимости, тверские коммунальщики рассчитывают убить двух зайцев сразу и не чистить город лишний раз.